Всем большой привет! Меня зовут Юлия, я очень рада видеть вас на своем канале. Обязательно подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. Ну а сегодня с вами идем в магазин «Светофор», будем искать и смотреть новинки. Из этого магазина у меня уже было несколько роликов, обязательно их посмотрите, было много всего интересного и нового, потому что этот магазин у нас недавно открылся, и я в нем еще ни разу не была. Ну, не считая тех роликов, которые уже сняты, их, по-моему, всего было 3. Ну а на сегодня желаю вам приятного просмотра. Находимся мы в городе Курск, первый светлый проезд. Точный адрес оставлю в описании под этим видео. Идем искать новинки. Далеко идти не пришлось. Вот она первая новиночка у нас в сладостях. Это ванильная фантазия. Печенье с джемом и глазурью. Вес килограмм 194 рубля. В принципе, могу сказать, что на вид очень вкусненько. Ни разу их в светофоре не видела. Если вы пробовали, то обязательно пишите. Ну и идем дальше с вами по сладостям пока. Еще не была, не смотрела, что здесь. А вот и новиночка. Такие, по-моему, мы с вами встречали в фикс-прайсе. Они есть, но упаковочка немного другая. Со вкусом шоколада. Такие хрустящие изделия с начинкой. По 63 рубля. 300 грамм в этой упаковке. Я их постоянно покупаю в фикс-прайсе. Очень вкусные, кстати. Главное смотреть, чтобы были свежие. Крекер «Вкусный улов» появился у нас в другой упаковке. Помните, раньше была такая огромная, длинная, килограммовая. В этой уже упаковке 650 грамм и по цене 48 рублей. Производитель — город Белгород. Хочется заметить, что ассортимент огромен. Очень много всего и сладостей, и не только. Но сегодня мне хочется смотреть, поискать только новиночки, то, что вам еще не показывала. Просто, чтобы вы понимали, что не скудный ассортимент здесь. Буду вам еще вот такие вот, наверное, вставочки делать общим планом. Кто не видел и кому интересна информация о том, какие сладости есть в магазине «Светофор», такой ролик я уже снимала, он уже на канале. Кого интересует, пожалуйста, смотрите его. Так, а вот здесь я нашла новиночку. Новый микс конфет у нас какой-то. Давайте смотреть, как он называется и что сюда входит. Карамель, десерт тирамису, помадные глазированные конфетки. 140 рублей за 1 килограмм. То есть здесь есть и карамельки, и какие-то помадные конфетки. Конфета «Грильяжная сказка». Белочка нарисована. Небольшая. Здесь, наверное, да, 500 грамм. 132 рубля. Это самарский кондитер, производитель. Друзья мои, буду благодарна вашим отзывам. Пишите, что пробовали в магазине, что берете на постоянной основе, а что, может быть, не понравилось, тоже пишите. Будем тем самым друг друга оберегать от неприятных покупок и будем знать, что можно смело покупать, что рекомендуете. То, что пробую я всегда говорю. Также снимаю вам обзоры своих покупок, потому что иногда мне пишут, что я показываю, но ничего не говорю, как вкусно или нет, что я должна сама все тестировать. Ну, весь магазин я не могу скупить. Не знаю, к сожалению, это или к счастью, но люди, как бы, я думала, что должны это понимать, да, как-то. И снимаю ведь я не только в светофоре, это получается, я должна в каждый магазин все скупать, да, что показываю. Ну, в общем, такие комментарии смешные тоже бывают. Ну, а мы с вами идем и смотрим уже, что у нас тут по кофе и по чаю. Смотрите, кофе капучино ванильный и оригинальный по 84 рубля, 300 грамм. Кертис 190 рублей, пакетированный, 150 пакетиков. По-моему, выгодная цена, что скажете? Это даже не 100 пакетиков, а как бы в полтора раза побольше. Кексы вот эти для детского питания с джемом очень вкусные. 500 грамм в упаковке по 87 рублей. Конечно, сладостями увлекаться никакими не стоит, но иногда можно себе позволить. Тимми по 72 рубля, 330 грамм. Сегодня еще зайдем с вами в холодильник этого магазина, посмотрим, что там. Очень вкусные вот эти пюрешки от фиксиков детские. Большая упаковка 250 грамм, 42 рубля. Рядышком от «Фрутоняня» в стеклянной уже банке 35 рублей стоит. Тоже вкусное, все хорошо всегда. 250 грамм, по-моему, «Фрутоняня» всегда на высшем уровне. Смотрите, здесь у нас еще
яблоко персик плюс мультизлак по 32 рубля от Фрутоняни. 130 грамм уже в этой упаковке. Конечно, детские соки малышам, которые называются. Смотрите, какое все новенькое, какое все чистенькое, как видно всегда, когда магазин только открылся. Еще хотела сказать, что смотрю часто магазины с обзорами, да, из светофора из других городов, и видела даже, что к девчонкам утки даже привозили. Было интересно. У нас пока такого не было. Сейчас смотрю, что у нас в морозильных камерах, но пока новиночек не вижу. Рыбка разная, хек вижу. Карбуша по 199,90, но она с головами, не потрошенная. Кстати, многие пишут, что икру находят. Мы тоже покупали пару раз, действительно была икра. Пойдемте в холодильник, смотрите, какие здесь вот эти вот жалюзи чистенькие. Все чистое, все красивое, когда новое. Так, ну что, посмотрим, что здесь нового, потому что на канале есть, вот буквально на днях вам выложила ролик, полностью показывала ассортимент холодильника, тоже смотрите. Но я хочу найти что-нибудь новое конкретно. Колбаска, которую вот мы берем очень часто, если здесь. Именно вот такая нам нравится, как-то больше никакая. Вареная колбаса докторская, категория А. Свинина, говядина на первом месте. 189. Анком производитель. Ассортимент хороший, полный. Колбас много, сосисок разных. А вот это у нас балыковая, категория А, 346 рублей. Дубки производитель, тоже ее хвалят. Я не пробовала, то мы не покупали как-то. В прошлый раз в своих покупках я вам показывала вот такой вот продукт. Сыр копченый из свинины, филеечка свиная. Продукт категории А. Очень вкусная. Вот могу рекомендовать смело. Это новинка вообще в нашем городе. По цене 399. Смело берите. Кусочки разные по весу. Видны они все на разрез. Где-то побольше сальца, где-то побольше мяса. И еще мы берем постоянно вот такой вот бекон классический. 300 грамм в этой упаковке. Свеженький. И всего лишь 113 рублей. Очень вкусный тоже такой, знаете, не резиновый, как бывает большинство беконов. Еще, кстати, как-то надо попробовать вот такую вырезку свиную. Тоже думаю, что она не расстроит почему-то. Куски разные по весу. Сразу ценник на них. Это 402 рубля за килограмм. И вот, например, этот кусок на 328 рублей. Удобно, когда есть... сразу посмотреть в разрезе. Мне нравится, когда особенно колбасное изделие это касается. Здесь у нас рыбная продукция. Ничего новенького нету. Давно не привозили вот такой вот крем-соус. Икра рыбы имитированная. Да, там в основном состав так себе, мягко говоря. Но 19 рублей стоит. Знаете, иногда побаловаться можно. Так, и здесь у нас еще икра лососевых рыб, имитированная также, 34 рубля за 450 грамм. Тоже многие, вижу, что покупают. Ешек, конечно, много. Но я бы сразу так критично не говорила, что не берите и все в этом роде. Все-таки у каждого свой бюджет. Здесь у нас, смотрите, филе сельди холодного копчения, 300 грамм. Вот это новиночка, не видела раньше. 117 рублей за 300 грамм. Все такое хорошее. Спайки не вздутые. Все хорошо. Бутерфиши разные. Пасты такие из морепродуктов по 74 рубля с разными вкусами. Здесь у нас пошла молочка. Сливки, молочный коктейль шоколадный. Белый город производитель. Йогурты. Молоко. Здесь протертые с сахаром апельсины и лимоны по 84 рубля за 570 грамм. Смотрите, лимоны. Очень вкусные, я вам уже говорила не раз. В составе здесь ничего плохого нет. Лимоны свежие, сахар и все. Если мы с вами посмотрим баночку с апельсинами, здесь будут апельсины и сахар.
знаете, можно в чай положить ложечку, можно на хлеб либо батон намазать. Нам очень нравится. Вот всегда, когда заканчивается дома, покупаем. Все очень вкусно. И здесь даже видны кусочки, видите, апельсинов или лимонов. Даже попадаются иногда косточки от этих продуктов. В общем, попробуйте. Может быть, и вам понравится. Все, друзья мои, на сегодня свой обзор я буду заканчивать. Вам большое спасибо за внимание, за лайк и подписку. До новых встреч. Всем пока.